Привет моделистам. Надеюсь, ребят, девчата, у вас все супер. Side camera. Давненько я хотел поговорить про MTH, но хороший повод. Почему все-таки компания накрылась? Я смотрю только с одной стороны, со стороны электроники. Я могу спросить Роба, он мне еще что-то расскажет. Но я слышал так краем уха, когда мы иногда что-то продавали MTH. Мы были дилерами, но тем не менее, очень слабые были продажи с MTH. 5%, может быть, от всего то, что мы продавали. Что неточности в воспроизведении элементов каких-то, там решеток вентиляционных, каких-то дополнительных антенн и прочее. Я еще повторюсь, я больше, мне электроника, звуки, и как локомотив двигается, и как звук синхронизован, и вот такие моменты. Для меня это самое главное. Ну, разумеется, как он выглядит тоже, чтобы фары были хорошо светились и прочее. Сделаны они неплохо, они сделаны достаточно, ну, не дубово, но хорошо. Ну, можно сказать, даже в некоторых местах дубово в Китае. А электроника сделана в Таиланде, насколько я понимаю. Значит, я сейчас получил 4 локомотива, убрать эти декодеры оригинальные и поставить туда ESU. У MTH есть своя система DCS. И они пытались догнать рынок с такой backwards compatible, да, ну, чтобы и работало на DCC. Но у них не получилось это. Потому что, опять, ESU просто шагнуло еще вперед. Ну и так вот все это теплилось до того момента, как компания просто закрылась. Out of business, как говорится здесь. Так вот, я вам покажу проблему с электроникой. Может быть, это дефектный декодер, но тоже ESU... Бывают дефектные декодеры, но не так, чтобы было. Либо они совсем выгорают, либо их вы перепрограммируете, и все становится нормально. Этот я сделал ресет. Теперь смотрите, я нажимаю все кнопки на своем крутилке, никаких эффектов нет совсем. Но я знаю, что у меня напруга-то на этом есть, на рельсах. Теперь смотрите, чтобы двинуть его, я должен включить первый степ. Первый шаг. Первый notch. И он начинает ехать, двигаться, и звук начинает работать. Теперь я могу включить свет с нулем. Функция 5 включает number boards. Еще раз внимательно. Number boards, да? И marker lights. Classification lights. Так не должно быть. И самое главное, что эти classification lights зеленые, они должны по кругу, вот еще какая-то фигня, начинает говорить, как игрушка, действительно. Так вот, зеленые должны меняться на светлые, белые, да, transparent, и на красные, в зависимости от расписания. Но в этой модели только на сзади стоят красные. В современных scale chains все меняются. То есть там только один светодиод есть. Теперь. Это тоже можно с этим жить. Небольшая проблема. Теперь мы едем, меняем направление, двигаемся в обратную сторону. Я делаю 3 или 4 нача степа, да, крутилки, чтобы звук... оборотов поднялся на дизеле. Вот он двигается, ничего. Второй, третий, четвертый. И только сейчас. Ну, для моделиста, тем более многие из них ходят на rail fanning, да, они знают, как это все работает. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Только сейчас. Еще какие-то после. То есть электроника не то что доработана. Вы получаете звук, который с самого начала с заводика приходит. То есть перепрограммировать его нельзя. Даже сам не настроенный любой другой декодер так не будет действовать. У Soundtracks есть включение и выключение дизеля. Отдельные функции. Ну, обычно свет, да, с кнопкой 8, да, можно... Я думал, что можно выключить
звук, но здесь все тоже, все по-другому. Попробуем. 9. Девять, оказывается, зациклилось что-то здесь. Это на 9, на 7. Какие-то другие звуки. На 1 должен быть колокольчик. Ну, гудок вы уже слышали. Идем на второй регистр. Для манил. И вот начинаются опять какие-то там переговоры. Мне... Ну, для детей и для... начинающих это, конечно. А для серьезных моделистов, как Роб и наши все покупатели, это никто звук даже не использует. Или они просто выключают, если они не могли купить локомотив без звука и поставить обыкновенный декодер. Вот. Единственное, что плюс... Я сейчас нажму кнопку выключения, я отрублю на пробу. Смотрите. Раз, два. Ну, почти 2 секунды есть задержка. Там кондеры стоят, подпитывают декодер. А в основном это, конечно, панк-рок. Ну вот, ребят, такой небольшой обзорчик. Такая электроника мне бесплатно даже не нужна. Даже она будет работать с DCC, но это, как говорится, ни в какие ворота. Вам спасибо за внимание. Это Patreon page для поддержки нового канала. А на сегодня все. Увидимся скоро на инсталляциях. Давай.